Спасибо большое за вашу прелюдию. Давайте о Прокофьеве поговорим. Как его играть и вообще с какими сложностями сталкивались, и что могли бы посоветовать? Ну, по прелюдии, ну, что там в этой прелюдии? Там есть глиссанда, там есть тот же самый штрих, вот этот вот та-та-та-та-та стаккато. И как вообще, как можно над ним работать? Игорь, ну, про Прокофьева я вам немножко скажу, что я его очень люблю. И вообще, вот вы так упомянули те произведения, которые у меня есть в записи, но я в основном даже и делала такие программы целиком из Прокофьева. Да, монографии Прокофьева, несколько его сонат, вот эти 10 пьес, да. И даже был один такой концерт, который вот тоже был у меня в большом зале, и я пригласила Беллу Руденко, такую нашу певицу, и мы с ней тоже делали цикл. Вот, на Ахматовой, Цветаевой. Прокофьевский цикл. Да, да, Прокофьевский. Так что, в общем, Прокофьев такое достаточно большое место в моей жизни занимал. Вот. Что касается этой прелюдии, ну, как-то вы уже, по-моему, так все рассказали, что там особых таких трудностей-то нету, если правильно научим. Вот я еще раз хочу подчеркнуть, что правильно научить пианиста – это очень важно. О его пианизме, специфика вообще пианизма, как вот вы столкнулись, это он же отличается, не знаю, Кантилена, там Шопеновский, что там присутствует в нем? Вот вы знаете что, вот вы спрашивали, вот как Кантилена, а я еще хотела сказать, что есть еще такой прием, который вот, кстати, и у Прокофьева, у Щеды, ну, у многих современных, там у того же Бартока, да и такой Щипко, вы знаете, вот я всегда говорю студентам, представьте себе, что вы горячую берете, ну, не обязательно там сковороду, но что-то горячий предмет, и вы его пробуете. И вот такой прием у вас должен быть, чтобы вот именно сикат, такой... гитарная такой. Да, 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 да. Совершенно верно. Вот тут уже иные, да, приемы в ход идут. Да, там и штрихи. Вот тут, вот пальцы нужно, вот, например, третий концерт. Я когда вот к конкурсу готовилась, вот мне пришлось достаточно мозолей много набить. Там уже не получится никакая вот эти вот пластика, кантилен. Тут совершенно другое. Тут нужно такой железный дровосек иногда, чтобы было. А вот вы играете вторую часть к седьмой сонате Прокофьева. Вот эти знаменитое место с колоколами. Тут, во-первых, оркестровка, то, вот эта виолончель тоже, левая рука и гармоническое вот это полное насыщение, все и образный симфонизм, я бы так сказала. Ну и, конечно, определенная доля переживаний все-таки соната 43-го года, по-моему, была написана. Как финал? Финал трудно вам давался? Или при вашей технике? Это сложное сочинение, вообще, надо сказать. Его многие играют как виртуозное. Но на самом деле это же танец, это же грузинский танец.
который тоже все-таки этот характер нужно, мне кажется, учесть. Конечно, не надо его медленно играть, сыграть в том темпе, как написано Прокофьевым, но как бы тоже и под этим углом тоже рассмотреть это сочинение. Ну, там ведь есть еще очень много таких вот утилитарных задач сыграть элементарно чисто. Вот та же кода, вот эти скачки, там, через так-то. Трудно, конечно. Это все тоже через медленно. Нет, без очень сложно, да, очень сложно. И главное, что, вы знаете, вот тоже почему-то это присуще многим исполнителям, они, зная, что вот это место трудное, как бы немножко перед этим уже зажимаются, останавливаются и почему-то начинают играть его медленнее. Это психологически. Да, психологически. А ведь надо, наоборот, себя таким образом оставить, чтобы даже, может быть, и чуть быстрее постараться сыграть. Да, потому что это вот так же есть и вот в скерце Шопена тоже. Останавливается, начинает вдруг совершенно... Ну почему играть как отдельное сочинение, как вот тоже говорил Георгий Поставчик, техника не как самоцель. Вот постараться сыграть это все, вот сразиться с роялем. Нет, не надо. Ты давай продолжай развитие, продолжай то, что хотел автор сказать. Но тяжело, да, тяжело. Ну, позанимайся. А ну-ка давайте-ка мы с вами поговорим о втором скерце Шопена. Сейчас, одну секундочку, мы кусочек покажем нашим телезрителям. Перевод из Прокофьева к Шопену, да. Какие там сложности, чтобы вы посоветовали? Там что-то бы по левой руке хотели? Ну, по поводу левой руки вообще у Шопена это особая статья. Это нужно всегда отдельно рассматривать. Просто вот мы об этом говорили, что вот это первое начало, вот все как бух-бух, два кирпича, кирпич в бас, кирпич туда. А вот это
вот эта вот динамика и амплитуда, страсть, бездна, если посмотреть сверху эту ноту туда, это же в бездну увидел, как вот один, посмотрев на горло Шаляпина, говорил, пещеру увидел. И вот это достичь, вот чтобы, да, кстати, вот это тот же вопрос времени, чтобы убрать акцент, надо обязательно использовать вот этот временной лак, чтобы ты немножечко раздвинь уж то, что обязательно нужно у Скрябина. Потому что там категорически ты не можешь вот так пихаться локтями. Секундочку, там... акценты вы имеете в виду где? Вступление в во втором скерце? Начало? Конечно, сам? Конечно. Вот это там. Пам. А, вот это преодолеть вот расстояние. Вот да? Себя там. Пам, там, там. Ага. Не сыграет тебе вот так, так как можно на рояле. Взял, на, это, ага. На, нажал, взял. Ага. Он обязательно в это время, чтобы дотянуться до этого. Преодолеть интервал. Да, конечно. Руками. Вот голосом ты попробуй, возьми сразу так. Это не получится. Да. А это у нас просто все очень легко. Так вот эту простоту надо убрать, исключить. Потому что вот это тебе создаст вот этот объем. Ну и кроме того, конечно, динамически. Нельзя сыграть, бухнуть сюда и сюда. Это должно быть прочувствовано. И обязательно верхний голос, и обязательно вот этот вскрик душевный. Потому что перед этим... Вот эти вот рьям-трьям, это же царапины на сердце. Да, ну, да. Кто-то, может быть, по-другому совершенно это чувствует, но на самом деле просто как набор, который должны просто прозвучать, это смешно. Это нужно это вложить, да. А, и вот тебе, пожалуйста, вот этот вскрик. Ну и вот и дальше тоже, например, начинает играть в среднем эпизоде там тара-тара-тара-тара, когда появляется немножко пока-пьюмоса, но не простиссимо. Сразу начинает играть как виртуозное сочинение. Вот хочешь показать технику, возьми какую-нибудь действительно по-настоящему, тоже перпетум мобиль, ну и сыграй. А что тут-то показывать технику? Здесь просто. Она ей, главное, бессмысленно. Почему? Ну как можно? Вот этот зак всегда очень... Педаль. Ты снимай педаль, и взял педаль, бросил педаль. Вот, понимаете, два только есть таких, и больше ничего. А как же тогда, где этот флёр? Где вот этот воздушное вот такое обрамление звучащее? Это же все тут же теряется, так же, как и у Листа тоже. Снимают педали и играют, как в аптеке, как говорил. Вот, что, отмерил, что ли, там на этом, на весах? Это нужно все время, чтобы присутствовало вот это ажурное, вот такое вот облачко педальное, которая тебе дает вот этот гармонический, невероятный такой окрас, флёр. Вот. Ну и вот опять-таки там в кульминации. Вот медленнее начинает, а все же должно туда прийти. Там же если быстрее, то есть это даже не слово, не быстрее, а яростнее, как бы эмоциональнее. То более есть взволнованнее. Кипение вот этой страсти, оно должно получить свое разрешение вот в этой коде, которую вдруг останавливается, начинает играть просто, чтобы получилось. А его же нужно вот именно к нему-то и доставить все то, о чем ты раньше сказал. Если сказал, конечно. Люба, у вас еще давайте немножко поговорим
о листе, о фенинце листе. У вас существует шикарные совершенно записи, очень красивые, как внешне, так и внутренне. Вот эти видеозаписи. Я всегда, когда смотрю, я любуюсь, восхищаюсь. Что вы скажете о листе? Вообще, ваша любовь к композитору. Немножко послушаем, буквально чуть-чуть для начала, для затравочки. Ноктюрн грез любви, Либестраум. Пожалуйста, Люба. Ну, что, грезы любви. Вот это и отношение и к листу, и к этому сочинению, и вообще к этой музыке. И я просто хочу сказать, что это одно удовольствие играть такое сочинение. Потому что так, оно так написано как-то... Мало того, что фортепиано очень удобно, и... с таким каким-то душевным, по-моему, настроем хорошим, что вот после него улучшается даже настроение, мне кажется. Да. Вот. Ну, а что, а как звукоизвлечение, это вот мы с вами говорили, что, конечно, нужно сыграть, ну, как бы вам сказать, колорозу, да, тепло. И по-настоящему... вот от сердца душевно. Вот. И тоже с таким развитием, там же ведь сначала это как бы камерно, ты там, может быть, вспоминаешь, но каждый опять-таки в силу своего восприятия там вкладывает свои чувства и свое и выражение исполнения. Но вот потом, значит, эпизод, который на тон сразу, на несколько тонов выше, мне кажется, нужно сыграть еще более. Вот, вот здесь ты уже раскрываешься в любви. Да, да, да. Это ты как бы разговор с самим собой, может быть, воспоминания. Да, это. Да. То тут уже не надо прятаться. Вот здесь вот раскрой все, все, на что ты способен. Вот. Ну и, естественно, потом это уже как... приятное воспоминание того, что прошло. Скажите, пару слов буквально о пианизме Листа. Именно сам пианизм. Как вы считаете, он удобный? Вообще удобно выиграть? Несмотря на то, что он писал очень трудное произведение, но вот для игры он комфортный? Или... мне кажется, что он менее комфортный, чем Шопен. Вот так вот? Да, мне кажется, наоборот, что он самый удобный. Мне так кажется. Шопен какой-то вот, то есть если вот ты уже в этой пластике, в такой гибкости пластики, вот то, там все вот у тебя под руками. Да. Thank you.
лист немножко, ну, так, опять-таки, поймите меня правильно, он немного более угловатый, я бы так сказала. Даже так? Ну, да, да. Ну, это мое вот такое. Все понятно. Кажется, ну, угловатый, скажем так, вот вы играли «Блуждающие огни», мы с вами говорили в той передаче об этой феноменальной вашей записи, и вы этюде «Блуждающие огни». Можете пару слов сказать? Пианисты его играть. Раньше это было большей редкостью. И играют они в основном вот именно как этюд. Сыграли этюд. Вот, к сожалению, играют вот, причем тоже так вот, знаете, вроде как, ну, набор различных там сложностей пианистических, и есть еще вот сексты. Вот, значит, к этому подойти и их сыграть. Вот основная задача. А так ведь на самом деле это же маленькая картинка лесная, и очень ее можно интересно сыграть. Значит, даже по поводу вот этих двойных нот, обязательно нужно его проучить верхний голос только. Вот мы с вами об этом уже говорили. Причем так, только верхний голос, но с аккомпанементом. Аккомпанемент, кстати, там достаточно сложный, потому что там тоже надо попадать. И тоже сыграть не просто вот как формально там настучать на пишущей машинке, а тоже сыграть все-таки звучаще. Но вот верхний голос я почти ни у кого не слышу. А меня как раз вот добивались, что как-то, что ты играешь эти двойные ноты? Ну вот, сыграй как мелодию. Действительно, это надо именно интонационно вот эти тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара. Маленькие вот такие дуновения ветерка представить себе, а не просто прихлопнул, это сыграл. Вот. И точно так же... легато там в левой руке все. Это тоже все надо проучить и как бы вот именно смотреть на это не как набор таких вот секс, квинт там. Ну, спасибо, спасибо огромное, Люба. Теперь давайте мы с вами перейдем к основной заключительной части нашей беседы. И очень много педагогов прислали свои вопросы, который их интересует. Да. По заявкам, да, по заявкам телезрителей трудящихся. Вы уж извините, что мы сегодня будем вас мучить и пытать со всех сторон. Хорошо сказал, да? Не мучить, пытать, а как это? Спрашивать со всех сторон. Давайте вот как. Интересуется Евгения Бурганская. Она задала такой вопрос: как добиться звучащей беглости в этюдах? Как добиться свободы рук при игре октав, приемы игры октав? Ну, мы об этом немножко уже говорили. Говорили, да. Звучащая беглость в этюдах. Ну, то есть, чтобы они были не просто как вот техническое упражнение, а как... Ну, еще раз можно повторить. Пластика, динамика, время... для того, чтобы избегать акцентов. Ну, в данном случае это не время, здесь в меньшей степени. Пластика и динамика. Вот. И немножко педали всегда, для именно как краска. Да. Спасибо. Теперь вот есть такой Адриан Шур, он из Венгрии. Он поинтересовался,
Какие сопровождающие клавиатурные упражнения стоит применять для разогрева перед игрой, для расслабления в перерывах и вообще для укрепления спины и плеч? Очень хороший вопрос и очень, надо сказать, очень дельный. Да, но разогрев нужен обязательно холодными руками. Вы знаете, у меня, например, это была всегда проблема, что были всегда холодные руки. И вот, конечно, качество страдает, когда у тебя руки не разогреты. Ну, какие упражнения? Ну, это очень зависит, неважно какие. Что тебе удобно, то, что разогреет и приведет твой материал, которым ты собираешься удивлять публику. Да, ну это я шучу, конечно. Каким способом разогревать руки, это пусть уж каждый для себя решает. Так, чтобы вот действительно у тебя были... Не было трудностей из-за того, что ты не разогрет. А для спины, ну, упражнение надо делать. Я вот показывала замечательное упражнение, еще раз показываю. Вот, раз и два. Игорь, вы тоже можете повторить, кстати. Некоторые даже, знаете, как советуют, положить руку в таз с горячей водой, немножко подержать. Игорь, насчет таза, это я вам скажу, я тоже слышала это. Это, знаете, не совсем, мне кажется, хорошо, потому что как только начнет остывать вот эта вода, то есть вначале да, а потом еще хуже будет. А, вот так вот, да? Да, надо внутренне обязательно разогреть. Разогреть вот это вот все, ну, вот, ну, не знаю, крем. Я вот, например, мне очень, я вообще любила, чтобы руки были настолько пластичны, я даже перед игрой... мазала их кремом, вот так, чтобы была пластика. И я помню, что мы играли, сейчас вот вам рассказываю, концерт на троих, как сказали, юбилей филармонии, второй концерт Рахманинова, каждый играет по одной части. Uh-huh. Значит, этот начинал Мацуев первую часть, вторую Наум Львович Штаркман, а третью я. И вот, значит, мы в артистическую пришли, и я, естественно, по своей манере там мажу. И Штаркман говорит этому Мацуеву: ты можешь себе представить, какое счастье, что она после нас играет? Как бы мы играли, если бы после вот этих рук, которые в креме, мы бы сели за рояль, потому что не все это любят. А ну, я да. Хорошо. И он же интересуется... Тоже любопытный вопрос. Как научить читки с листа? Это врожденная конструкция мозга, либо существуют какие-то приемы или упражнения? Читка с листа. Читка с листа с детства. Вот Анна Даниловна очень много давала вот таких сочинений. Много-много играйте, там, и в четыре руки, и просто учите. Ее за это критиковали, кстати, что слишком много там, может быть, деталям не уделяла большого значения времени. А вот это только вот так. Ну, конечно, врожденное тоже есть люди, которые сразу, они идеальные там аккомпаниаторы, да, их ставят в ноты, они играют. Ну, мне кажется, это все-таки дело такое, знаете, оно на практике, это вот такое наростное, вот читать, да, время, это чисто да, практика, да, потому что да. Вот конкретно какие-то... вот, спасибо, вот очень любопытные и интересные вопросы, и их даже три от Якова Кацнильсона, ну, это наш общий известный да, друг, да. Вот, доцент Московской консерватории. Значит, первый вопрос. Какие цели преследовал Зак в работе с вами над произведениями Гайдна, Моцарта и Бетховена? И почему решил, что именно вам нужно сделать на них упор? Ведь известно, что вы записали полный комплект сонат Гайдна, 52 штуки, и вообще славитесь исполнением... 55. Даже 55? Да. Потому что в записи написано 52. И вообще вы славитесь исполнениями вот этих вот сонаты, Моцарта у вас великолепная. Ну, о Вебере мы уже говорили. Ну, то есть все, что связано с этой мелкой техникой, все, что связано с стилем классицизма, с вашим пианизмом.
вашими вот этими, виртуозными качествами. По-моему, с вами этого вопроса, что он, например, к Шопену относился очень ревностно. В основном вот проходил, но я понимаю, что для того, чтобы научить пианиста играть качественно, нельзя обойти вот эти основы. Вот это как и в живописи, ведь все даже и авангардисты, и вот сюрреалисты, ну, разные импрессионисты, они же все были великолепными рисовальщиками. Ну, и да. Точно так же у нас, как можно без основ вот этих, которые дает именно венская классика, уже дальше совершенствоваться. Это как бы такая база, которая совершенно необходима. Ну да, и кроме того, работа над стилем. Вот штрихи, вот там предыдущий вопрос, как Кантиленно сделать пассаж, и все, это все там. Это там тоже все это звучащее должно быть. И штрихи, и ритм, и метр. И стиль, и все, да. Но я думаю, что, видимо, все-таки Яков Израилевич все-таки понимал, что у вас это должно получиться, как вот, и, видимо, вам он доверял вот такие. Ну, не только мне, нет, у него вообще много очень в классе играли вот именно такой, такой музыки. Ну, да. То есть о целях понятно, цели преследовал, да, вполне, да, конкретно. Он и сам, кстати, играл, у него уже программы были, например, «Хаммер-клавир» и «Вариации на тему Диабели» в одном вечере, понимаете? Это уж куда уж больше, да? Да. Вот такие. Теперь второй вопрос. Я знаю, что Зак с энтузиазмом работал над музыкой 20 века. Расскажите немного, над чем он работал с вами и кого он любил особенно. Ну, предполагается, из композиторов 20 века. Современная музыка. Там, наверное, Стравинского, там, что там еще? Нет. Ну, про Прокофьева мы уже говорили с вами. Со мной нет. Стравинского он проходил с Колей Петровым, Петрушку, конечно. Ну да. Причем там как раз акцент делался в основном на драматической составляющей. Ну, вы у него проходили вот эту современную музыку? Да, очень много, да. Ну, начнем что, с например? Того, что я, например, никто, по-моему, тогда еще это не играл, заканчивал консерваторию с первым концертом Бартока. Он очень как-то к нему так относился с большим интересом и нравился ему, так чувствуется, как он говорил, как-то он называл «Дьявол с голубыми глазами», или, в общем, ну, такое какое-то своеобразное у него было. И вот я, во-первых, играла сонату Бартока, это тоже так было не совсем нечастое в то время исполнение. И первый концерт Бартока на выпуске консерватории. Да, и там дело в том, что там вторая часть, она фортепиано и ударный. И вот он, мне посоветовал такую вещь. Говорит, пойди в класс ударных консерватории, договорись, и пусть тебе дадут какого-нибудь ударника, и с ним и сыграешь. Я так и сделала. Значит, пришел вот с установкой маленькой этот студент. Мы договорились, выучили и вторую часть. Вот я играла, там только рояль и удар. Вот он и Прокофьева играл, и Равель. Равель тогда тоже был, знаете, как бы в числе современных. И Бартока, по-моему, он не играл. Ну и, конечно, вот Щедрина, например, того же Слонимского я играла. Первый там исполнитель была каких-то сочинений. Вот. Между прочим, Кабалевского тоже он очень ценил. Ронда Кабалевского я играла. Да. Но это после конкурса, после первого конкурса Чайковского. Это же было обязательное произведение. Да, да. А у меня это было...
А я играла на этом, во-первых, Дмитрий Борисович, когда мы с ним выступали, я на бису его играла. А я же была первой исполнителем его этой рапсодии на тему, рапсодии на тему «Школьные годы». Ну да, я понял. Да. Ну вот, и этого Ронда, когда был конкурс концертина «Прага», вот я там тоже в числе играла. Теперь вот у него любопытный вопрос, тоже от Якова Кацинсона. Мы с вами немножко уже поговорили об этом, но тем не менее. Интересовала ли Зака личность студента вне занятий в классе? Вне занятий в классе. Какой он человек, какой его моральный облик воспитания, ну, имеется в виду студента? Обращал ли внимание на одежду, на стиль? Учил ли двигаться по сцене и кланяться? Буквально в нескольких словах. Мы немножко уже затронули эту тему. Да. Повторим. Ну, безусловно, моральный облик, мы о нем вот говорили, что он придавал, конечно, значение тому, как человек себя ведет, как держится. Но, с другой стороны, ну, как вам сказать, нет, вот именно как держаться на сцене он не говорил. Говорил, например, что не надо публику перекармливать бесами. Вот, для того, чтобы, как он выражался, уже так надоел там, что ушел под топот собственных подошв. Да. Копыт еще говорят. Да. А так, в чем, это, конечно, он не говорил. Но дело в том, что, знаете, кто мне сказал, как нужно ходить по сцене и кланяться? Вот такая замечательная была певица Зыкина Людмила. Вот. И вот она как раз в какой-то совместной нашей с ней поездке, она мне сказала: ну что ты ходишь-то как прям какой-то пионер, там выбегаешь на сцену, все надо, нести себя надо, вот посмотри, гордо выходи. И вот она так немножечко мне дала такие, да. Вот. А Зак, конечно, я вот говорила насчет облика вот и про Коля Петрова, и про то, как он мне говорил, что это мы в самом начале об этом с вами говорили. Вот. Ну, собственно говоря, вот и весь этот вопрос, да? Все понятно, спасибо. Вы знаете, у меня еще есть вопрос лично от меня. Так. Он связан с детскими конкурсами и вашим отношением. Вопрос такой. Как-то я слушал передачу очень интересную, где выступала Зеликман Татьяна Абрамовна в передаче с Викторией Фернандес. И меня заинтересовало ее очень интересное одно суждение. Она сказала, от чего у нас падает звуковая культура? От того, что детей с самого начала не учат настоящему красивому звуку. Сразу их готовят к конкурсам, а для того, чтобы на конкурсе они выступили удачно, что-то отхватили, какое-то место или приз, надо выбрать вот такие забойные произведения, какую-нибудь, там, не знаю, Таккату, Хачатуряна, Прокофьева, Исламей. А для того, чтобы показать красивый звук, надо сыграть, мазурки Шопена, ноктюрны. И это как бы невыгодно, потому что это не будет выглядеть так эффектно. И вот от этого якобы падает у нас общая звуковая культура. То есть она это связывает непосредственно с детскими конкурсами с самого начала. То есть вся система построена на то, чтобы ребенка приучить к борьбе, к конкурсу, именуя вот эти вот фундаментальные основные базы. Что вы думаете на этот счет? Игорь, ну мы же с вами касались этого вопроса с самого начала, так сказать, так вот глиссандо таким, что вот действительно конкурс не как самоцель, как говорил мой профессор. Одна из ступеней тогда была для того, чтобы получить возможность играть концерты. А сейчас, по-моему, конкурсы это уже скорее для родителей, чем для детей, потому что они с 5-летнего возраста, вот эти вот, каких только там нет, всяких птиц синих там, еще каких-то там, где показывают свое мастерство, неизвестно потом, что будет.
А может быть, это и хорошо таланты выявлять, но главное, что действительно их правильно сразу научить. Использовать это не только для зарабатывания денег их родителям, а для того, чтобы они действительно научились правильному служению искусству. А вот да. Этого, конечно, нету. А насчет сочинения я совершенно согласна, что невыгодно сыграть действительно какую-то мазурку, чтобы, ну, вообще-то ее и сыграть еще надо. Вот. Но, ну, какое-то сочинение менее выигрышное, да, или там такое убойное, да, но вот так убойное сейчас и вообще в тренде. Вон выходят полураздетые и играют убойное сочинение. А уже как, что, какой там крупный помол? Там уже даже крупный помол является мелким, еще крупнее. Просто вот наковырял там чего-то такого, сбацал, как говорят. Вот и все. То есть связь прямая. Теряется вот этот фундамент, теряется настоящая вот эта школа, теряется традиция вот этой школы певучей игры, школы звуковой игры русской, в связи с тем, что вот эти конкурсы, они изначально, они мешают этому развитию. Игорь, а вам не кажется, что уже почти потерялось? Уже почти потерялось. Вполне возможно. Потому что, вот вы понимаете, я вот слушаю... И потерялось в мозгу, а не даже не на практике. То есть это уже мало кому нужно, понимаете, становится. Вот, прежде всего, сначала в теории, а потом в практике. Да, да, да. Ой, как это все грустно. Люба, вам огромное спасибо за то, что вы согласились поговорить со мной, согласились поговорить об учебе в консерватории, еще добавить много интересного о Якове Израилевиче Заке, о том, как он работал с вами. И вообще поделиться своими секретами фортепианного мастерства. Вам огромное спасибо. Вам, ну не знаю, огромного здоровья, успехов вам творческих, чтобы оптимизма в жизни. И от всех педагогов и вообще от всех любителей музыки огромнейшее вам спасибо за эту нашу встречу. И с моей стороны тоже большое спасибо всем. И мне очень будет приятно, если чем-то, но немножко помогли.